Это давеча продолжаем выпуск. В этом году 1 мая кировчане отметили православную Пасху, воскресение Христово. Это день окончания Великого Поста, который длился 7 недель. Праздничные богослужения прошли во всех храмах города. В Успенском соборе состоялась Великая Вечерня с поздравлением архиерея. Специально для этой пасхальной службы в храм привезли огонь из Иерусалима. Православные называют его благодатным. В конце службы митрополит Вятский Слободской Марк раздал огонь верующим. Прихожане уносили с собой либо зажженные лампады, либо церковные свечи. Для здоровья очистить квартиру и поставить для здоровья от этой свечки, поджигать свои свечки потом. Целый год, на год хватит одной свечки. А это просто еще подруга мне со всем больным, кто не смог прийти. Ну, это святое. Это святое. Очень хочется принести этот святой огонь домой. И чтобы он стоял дома, чтобы дома была какая-то надежда на спокойствие, на уверенность, на счастье.